Капитальный ремонт спортивного зала в школе номер 80 во Владивостоке практически завершен. На 80% выполнены работы в пищеблоке. Также работы ведутся на крыше, кровлю полностью обновят, а встречать учеников и педагогов 1 сентября будет новая входная группа. Ведется укладка керамогранита. Впереди у нас укладка настенного кафеля, проводка электропроводки и сантехники. На кровле также ведутся заключительные работы, но, к сожалению, дожди не позволяют вести работу более быстрыми темпами. Рабочие задействованы на объекте каждый день. Окончание работ ожидается 15 августа. В рамках данной программы на школу выделено 8,5 миллионов на приобретение технического оборудования. В пищеблок куплены новые котлы, пара конвектомат и плиты. Артем Белов, Диана Иванова, новости на восьмом.